Пробой 3 раунда по 1 минуте. Захваты запрещены. Бойцу из ног руки повыше надо держать, наверное. Весовой категории до 48 килограмм. Средний юноша. Несмотря на юный возраст, ребята демонстрируют довольно-таки осознанное ведение, осознанную тактику ведения поединка. Напоминаем, в плане правил сават довольно-таки жесткая дисциплина. Любые захваты, также запрещенные удары голенью в пах, караются официальным предупреждением. 3 официальных предупреждения позволяют вам быть. Победу одержал Александр Соболев и становится победителем турнира. Александр тренируется 6 раз в неделю, никогда не